Добрый день, друзья. Мы оформили пособие, вот это на ребенка 5000 рублей на апрель, май, июнь, о которых заявлял президент, и уже его получили. От знакомых очень много вопросов поступает, как его оформить, значит, рассказываю. Заходишь на электронные услуги сервиса Пенсионного фонда России, ссылочку я оставлю в описании, вот так она выглядеть будет. Заходишь сюда, пролистываешь ниже. Социальные выплаты, материнский капитал вам нужно, материнский семейный капитал, и вот здесь флажок стоит новая, выплаты 5000 семьям с детьми до 3 лет, имеющим право материнского капитала в период с апреля по июнь 2020 года. Кликаем по ссылочке, и значит, нас сейчас переадресуют на госуслуги. Так как это мой компьютер, меня, соответственно, на мои госуслуги перекидывает. Мы не стали рисковать, я не знаю, можно ли на папу оформить это пособие, но мы оформили все это дело на маму. То есть вот по этой ссылке сделали все с телефона, зашли через госуслуги на маму. Здесь вам предлагается заполнить анкету. Вот эту анкету, все свои данные заполняете, здесь будет продолжить кнопочка, и все, собственно, вы зарегистрируетесь. Так, сейчас зайду в онлайн. Так, ну вот. Деньги пришли, ну пришли достаточно быстро, там, по-моему, даже недели не прошло. И что интересно, сначала пришли деньги, потом пришло уведомление из ПФР о том, что подтвержден статус нашего заявления и что оно обработано. Много ходит слухов по поводу карты МИР. Мы не делали эту карту, оформили на обычный счет Visa, на обычную визовскую карту.